Более 700 человек задержаны в Москве во время антикоррупционной акции. Она прошла в центре города и не была согласована властями российской столицы. Накануне оппозиционный политик Алексей Навальный призвал своих сторонников отказаться от одобренного мэрией митинга на проспекте Сахарова. Самого Навального задержали еще утром на выходе из дома. Сейчас он в отделении полиции. Аналогичные массовые акции прошли во многих российских городах.